и видим, что баннера у нас уже нету. Всем привет, друзья! В сегодняшнем видеоуроке хотел бы вам рассказать, как можно убрать баннерную рекламу в Google Chrome. Для этого вам необходимо сделать следующее. Заходим в компьютер, далее открываем панель управления, параметры папок, далее нажимаем вид, опускаемся внизу и включаем показывать скрытые файлы и папки. Нажимаем применить и нажимаем ОК. Далее заходим снова в наш компьютер, диск C, пользователи, в папку вашего профиля, далее AppData, Local, находим папку Google, открываем ее, далее Chrome нажимаем, заходим в User Data. И теперь находим папку Default. Дальше видим вот эту папочку, и в этой папочке находятся все наши баннеры, которые у нас возникают во время серфинга в интернете. Мы открываем ее и выделяем все, и нажимаем «Удалить». Нажимаем «Да». Перед этим вам необходимо будет закрыть Google Chrome. И снова сейчас нажимаю повторить. Вот у нас стерлись наши баннеры. Теперь заходим на нашу страницу. И видим, что баннера у нас уже нету. Вот так вот. Если вам это видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Также заходите на другие мои видеоуроки, ссылку на которые тоже вы увидите в описании под видео. Всем спасибо за просмотр, всем пока.